Всем привет, с вами как обычно Дмитрий, мы продолжаем гонять. Вот, что бы вы думали? Да, именно в это самое. Пам-пам-пам. 20 ходов. 5 звездочек. Хотя миссия, по-моему, пройдется, наверное, ходов. Не знаю за сколько, но не очень-то и на многое количество ходов. Тут главный геморрой это Багромян, но если сюда на дальнобойку кое-кого посадить. Я думаю, все это быстро разрулим. Мотопехотники? Давай мотопехотников посадим. Попробуем тут все рекорды скорости поставить. Дальнобойкой сюда еще. Давай. Теннишку. Сюда. Так, и. Кто будет мистер мясо? Давай, Манштейн. Просто сиди и не спеши никуда. Так. Веселые ракеты. Больше никого назначить не можем. Нам, наверное, и не надо никого назначать тут. А, адмиральшку, кстати, тоже убить надо. Но я не думаю, что это какая-то сложная задача его убить. Так, еще деньги выменяем на бункер. Вот. Что я хотел бы сделать. Возьмем и хватит, наверное. Все, грейды. Что еще можно тут? Очень весело дальнобойки втащить. Весело еще с Багромяном повоевать. Он там лычку заработал. Какого-то черта. Ну и все, пока ход меняем. Жести не видно. Вот и все. Пипец. Мы прошли за 2 хода то, что нам предлагали пройти за 20. Я надеюсь, последняя миссия будет такой же. Геморрой сейчас будет, наверное, какой-нибудь. Геморрой, естественно. Так. Хотя как геморрой. В принципе. Ленинград. Так. Город Весы. Сталинград. Москва. Вроде все. Генералов конкретно выпиливать задание не дается. Так что, в принципе. В принципе, пройти можно. Тоже довольно быстренько. Посмотрим, а мы США.
Мы США, и у нас сраные броневики. Печалька. Зато мясные. Сраные мясные броневики. Ой, у нас еще куча денег. Можно будет купить, что хочешь. В принципе, противник утыкан генералами и может раскидать всю эффект на своем пути, поэтому надо быть внимательными. Еще, наверное, придется применить военную хитрость и, как всегда, захватить городок. Чтобы ракетами хоть что-то отстрелять из этих ядерок. Их слишком много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 ядерок. Как это мило. 10 ядерок. Ну, они, возможно, будут прописаны, что, типа, одна через 5 ходов открывается, другая через 10 и так далее. От этого уровень их угрозы не меняется. Да? Вот пехота есть еще у нас. Прекрасно. Ладно. Ну, этот геморрой мы оставим на последнюю серию. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся в продолжении. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.